В ночь на 14 января текущего года в органы правоохраны поступило сообщение о том, что на балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже дома по улице Заводская в Екатеринбурге, в отношении проживающей в квартире малолетней девочки 2014 года рождения было применено насилие. Согласно предварительным данным, при применении насилия к находящемуся в беспомощном состоянии ребенку создавалась реальная угроза его жизни, поскольку события происходили на балконе, расположенном высоко над землей, и девочка могла упасть с балкона в результате противоправных действий. С учетом установленных в ходе проверки данных, указывающих на признаки преступления, а также для необходимости проверки информации следственным путем, по данному факту органами Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетней». По версии следствия, в тот момент, когда произошли указанные события, в квартире находились две женщины – мать пострадавшей и ее сестра, а также сама пострадавшая девочка, в отношении которой назначена судебно-медицинская экспертиза для установления наличия возможных телесных повреждений. В ходе следствия самым тщательным образом будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также устанавливаться лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. По уголовному делу проводятся допросы членов данной семьи, очевидцев и иных лиц. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов данной семьи. Выясняются условия жизни и воспитания ребенка. В рамках расследования органами СКР будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.